بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ووالديه وذريته يا رب العالمين قال الإمام الهكاري رحمه الله تعالى عن أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله تعالى عنه قال القول في السنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها أصحاب الحديث الذين رأيتهم فأخذت عنهم مثل سفيان بن عيينة ومالك وغيرهما الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Продолжай читать. Давай, читай. Продолжай. وأشهد أن الجنة والنار حق وأن الساعة لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. Во имя Аллаха Всемилостивого, Милосердного, хвала Аллаху, мир и благословение посланнику Аллаха, его семье и всем сподвижникам. Имам аш-Шафии, да помилует его Аллах, упомянул некоторые свои воззрения. Он начал с двух свидетельств. Утверждений, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха. Давайте здесь быстро рассмотрим главные вопросы. Первый – это то, что именно эти два свидетельства делают раба мусульманина. И никто не становится мусульманином без произнесения этих двух свидетельств. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Мне было велено сражаться с людьми, пока они не скажут, нет божества, кроме Аллаха. И если они скажут это, то защитят от меня свою кровь и свое имущество». Второй момент, мои братья, что эти два свидетельства, если их соединить, то они разъединяются, а если разъединить, то соединяются. Что это значит? Если эти два свидетельства соединить, то смысл слов «нет божества, кроме Аллаха» отличается от смысла слов «Мухаммад – посланник Аллаха». Но если тебя спросят, ты свидетельствуешь, что Мухаммад – посланник Аллаха, и ты скажешь «да», то я знаю, что ты также свидетельствуешь, что нет божества, кроме Аллаха, потому что это входит в этот смысл. И если я спрошу тебя, ты свидетельствуешь, что нет божества, кроме Аллаха, и ты скажешь «да», то я скажу, что ты мусульманин. И нет нужды в том, чтобы настаивать на произнесении слов «Мухаммад – посланник Аллаха», потому что смысл обеих фраз входит друг в друга. Третий момент – это то, что произнесение двух свидетельств недостаточно для становления человека мусульманином, пока он не подтвердит это осмысленно. Потому что сегодня некоторые христиане, услышав азан, повторяют то, что говорит муаззин, в том числе и свидетельства, и другие слова. Его спрашивают, «Ты верующий? Ты мусульманин?» Он говорит, «Нет». «А зачем тогда ты говоришь это?» Он говорит, «Мне понравился голос». То есть значение имеет не само произнесение. Значение имеет понимание их смысла и утверждение этого. Поэтому автор говорит «утверждение». И под этим словом подразумевается свидетельство. А свидетельство в принципе бывает только осознанно. Только те, которые осознанно засвидетельствовали истину. Недостаточно просто произнести, не зная смысла этих слов и что они под собой подразумевают. Еще один момент в двух свидетельствах. Мы говорим, поклонение Всевышнему Аллаху словами двух свидетельств пришло только в некоторых случаях. Что это означает? Мы должны понимать, ибо это очень важно. Хорошо здесь пример привести правила зикра, потому что эти два свидетельства тоже зикр.
мы говорим, «Зикр, в принципе, не послан свыше». Основа зикра — божественное ниспослание. Вы говорите в молитве «Аллаху Акбар», и нельзя говорить «Аллаху Л'Азим» ни в коем случае. В поясных и земных поклонах говорится «Субхана Рабби Аль-А'ля» и «Субхана Рабби Аль-Азим». И нельзя говорить «Субхана Рабби Аль-Акбар» или «Субхана Рабби Аль-Рахим». Нельзя, ибо это форма поклонения, которую не меняют. Нет у вас права менять там что-то. Хотя как зикр эти слова правильны, и нет в них проблем. Потому что одно дело — слова ритуального поклонения, а другое — просто поминание. Мои братья, я имею в виду, что нельзя человеку говорить, например, «Кто скажет «Ашхаду Алла Илляха Илляллаху Анна Мухаммада Расулюллах» день 100 раз, ему за это будут записаны благие дела». Об этом нигде не сообщается. Некоторые люди, когда ты говоришь «Ля Илляха Илляллах», сразу добавляют «Мухаммаду Расулюллах». Откуда вы взяли, что это необходимо? На это нет указания. Ясно? Не разрешается человеку придумывать от себя в поминании что-то, если нет подтверждающих текстов. А если есть текст, то мы говорим, слушаемся и повинуемся. А если текста нет, то обязательно остановиться на том, что достоверно. Посредством принесения этих двух свидетельств, Аллаху поклоняются лишь в некоторых моментах. В первом — азане, во втором — икаме, в молитве «Ат-Тахияту» — третьем. В каком еще месте? Да? Не расслышал. Когда принимаешь ислам, да, это правильно. Есть еще что-то. Да, после малого омовения. В хаджи где? Я говорю про слова «Ашхаду Алла Илляха Илляллах», а не просто «Ля Илляха Илляллах». Слова «Ля Илляха Илляллах», конечно же, часто применяются. Внимание, это точные слова. И если спросите «почему?», потому что основа упоминаний — откровение свыше. Если кто-то придет в мечеть и будет читать на четках ему сразу скажут, откуда ты это взял? Нет такого упоминания. На это нет довода, это нововведение. Ему вынесут порицание. Однако это разрешено в каком случае? Для того, чтобы сообщить. У нас уже 6 случаев. Это 6-й из них. Для того, чтобы сообщить, если его спросят, кто ты, и он скажет, «И из тех, кто свидетельствует, что нет божества, кроме Аллаха, и свидетельствует, что Мухаммад – посланник Аллаха». Нет проблем в этом. Однако не надо часто повторять их, как слова поминания, которые человек постоянно повторяет. Поэтому имам Шафии, да помилует его Аллах, говорит здесь, «Утверждение, свидетельство, что нет божества, кроме Аллаха». Когда говорят «утверждение», то этим указывают на то, что человек рассказывает о себе, что он из тех, кто свидетельствует, что нет божества, кроме Аллаха. Свидетельство может быть словом, может быть сердцем и может быть действием. Например, если кто-то войдет в мечеть и совершит намаз, то мы скажем, «Маша Аллах, это мусульманин, свидетельствующий, что нет божества, кроме Аллаха». Пример словом, когда человека спрашивают, кто ты, и он говорит, «Я из тех, кто свидетельствует, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». Здесь упомянуты сейчас две фразы. «Нет божества, кроме Аллаха». Эта фраза состоит из двух столпов — отрицание и утверждение. «Нет божества» — это отрицание, кроме Аллаха — утверждение. И не будет принят ислам человека, пока у него не будут оба эти столпа. Иногда отрицание стоит перед утверждением. Иногда утверждение стоит перед отрицанием. В данном случае что стоит перед чем? Отрицание перед утверждением. Нет божества, кроме Аллаха. А в противоположном случае, поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас иного божества, кроме Него. Поклоняйтесь Аллаху и избегайте тагута. Здесь утверждение стоит перед отрицанием.
Значит, любая последовательность допустима. И не надо говорить, что допустим лишь определенный порядок. Любой из них допустим. Но отрицание без утверждения – это атеизм. Любой, кто отрицает без утверждения, считается атеистом. Кто говорит «нет Бога» – это атеисты. А кто утверждает без отрицания – кто они? Это многобожники. Человек может прийти к тебе и сказать: «Хвала Аллаху, я утверждаю, что нет божества, кроме Аллаха. У меня с этим нет проблем». Нет, слова «нет божества, кроме Аллаха» все говорят. Кто говорит: «Я утверждаю, что Аллах – это божество» или «это Бог», что Аллах – Бог, он может иметь в виду, что Аллах – Бог, но помимо Него есть еще божества. И здесь мы скажем: «Нет, должны быть оба столпа». Эта фраза «нет божества, кроме Аллаха» несомненно является самым великим высказыванием всех пророков, мир им и благословение Аллаха, и самым лучшим. Можно даже сказать, что джинны и люди были созданы именно ради Него. Аллах говорит: «Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне», то есть только для того, чтобы они говорили «нет божества, кроме Аллаха» и делали то, что это подразумевает. Пророк сказал: «Самое лучшее, что говорил я и пророки до меня, это слова «нет божества, кроме Аллаха». Это считается самым великим и самым лучшим зикром. В нем есть общее повеление и ограниченное. После каждого намаза мы говорим «Ля иляха илляллаху вахдаху ля шарика ля», «Ля иляха илляллаху мухлисина лягуддин» и так далее. Сунне пришло, чтобы после каждого намаза мы говорили трижды: «Ля иляха илляллаху вахдаху ля шарика ля, лягуль мульку ва лягуль хамду ва хуа аля кулли шайин кадир». После вечернего и утреннего намаза это читается по 10 раз. И также пришло: кто скажет это 100 раз в день, то награда за прочитанное будет равняться освобождению 10 рабов из числа сынов Исмаиля, мир ему. Что указывает на то, что это самые лучшие слова. Приведем здесь священный хадис от пророка, мир ему и благословение Аллаха. «Кого займет поминание Меня от просьбы у Меня, то Я дам ему лучшее, чем тому, кто просил Меня». Поэтому поминание этими словами имеет высокое положение. Однако нам необходимо знать относительно слов поминания, что да, эти слова – самое лучшее, что вы можете произнести, но в некоторых случаях они не будут самыми лучшими. Например, в поясном и земном поклоне «Субхана Рабби Аль-Азим» лучше. Поэтому мы говорим, если есть какой-либо зикр, привязанный к поклонению, то произнести его в этом случае лучше, чем самые лучшие слова поминания. Потому что ты этим практикуешь сунну посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. И если человек будет в поясном поклоне читать «Ля иляха илляллах», вставая с него «Ля иляха илляллах», в суджуде «Ля иляха илляллах», мы скажем, эти слова не произносят там. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Делайте намаз так, как я делал его на ваших глазах». От нас требуется следование пророку, мир ему и благословение Аллаха, в этом. Эти слова есть полное отвержение всякого многобожия. Когда? Когда человек понял их смысл, потом ознакомился с их условиями, ознакомился с тем, что их нарушает, потом делает то, что они подразумевают. Поэтому сподвижники, да будет доволен ими Аллах, возвысились посредством слов «нет божества, кроме Аллаха», которую Он облагодетельствует, кого пожелает, ибо Он обладатель великого достоинства. Мы все говорим «Ля иляха илляллах». Ибн Аль-Кайим, да помилует его Аллах, сказал здесь: «Сколько тех, кто говорит «Ля иляха илляллах», а между некоторыми из них расстояние, как между небом и землей, в вере, в праведности, богобоязненности, поклонении и так далее. Очень большая разница. Не каждый, кто сказал «нет божества, кроме Аллаха», равен другому сказавшему.
Эти слова — обособление Всевышнего Аллаха. Обособление Его, свят Он и велик, в поклонении. Далее он говорит, «И что Мухаммад — посланник Аллаха?» То есть я утверждаю и свидетельствую, что Мухаммад — посланник Аллаха. Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, лучший из творений и лучший из потомков Адама. Однажды он сказал, «Я господин потомков Адама и не горжусь этим». На Мухаммаде, мир ему и благословение Аллаха, завершается пророчество и посланничество, и нет после него пророков. Он превзошел других пророков 6 качествами, в другой версии 5 качествами. И это указывает на то, что он самый лучший из пророков вообще. И нет кого-либо лучше, чем Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, ни до него, ни после, и не может быть. Мы говорим, такова милость Аллаха, Он дарует ее тому, кому пожелает. Аллах обладает великой милостью. Слова «Мухаммад, посланник Аллаха» утверждает, что он не лжет, когда говорит, что он пророк. Во-вторых, они указывают на то, что он доводит веление Аллаха, слава ему и величие, так как он посланник. А посланник не может быть таковым, если он не доводит откровения до людей. И он не говорит от себя, ибо Аллах сказал, «О посланник, возвести то, что ниспослано тебе от твоего Господа. Если же ты не сделаешь этого, то не донесешь его послание». Также пришло описание пророка, мир ему и благословение Аллаха, как посланника. Аллах говорит, «Однако он посланник Аллаха». Всевышний Аллах по милости своей к людям посылал к ним посланников из их числа, а не из числа ангелов. И не приходил еще посланник, который был не из числа людей. Также Всевышний Аллах посылал каждого посланника к своему народу, и не посылал к другим народам или к тем, которые его не понимают. Поэтому пророк Ибрахим молился, говоря, «Господь наш, пошли к ним посланника из них самих». Есть два варианта – из них и из них самих. И был послан Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха. Поэтому пророк говорит, «Я – ответ на мольбу моего отца Ибрахима». Он просил послать пророка, и к ним был послан Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха. Приписывание его к Аллаху, имеется в виду выражение «посланник Аллаха» – это почтение. Например, говорят «дом Аллаха» или «верблюдица Аллаха». Также аят гласит «Быть может, Господь твой возведет тебя». Это наш Господь, наш и Мухаммада, мир и благословение Аллаха, а не только его. Более того, Он Господь всякой вещи, слава Ему, Господь миров. Однако слово «Господь» приписано в аяте к пророку, мир и благословение Аллаха, как почтение, чтобы показать его высокое положение. Ученые, да помилует их Всевышний Аллах, говорят, «Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, сообщил, что на нем завершилось пророчество». Также приводится, что у него множество титулов, как «собирающий», «последний», «завершающий». Также пришло, что у него много имен, да благословит его Аллах и приветствует, которые разъясняют, чем он выделяется среди других. Всевышний Аллах по своей мудрости сделал своим вселенским законом то, что Он избирает посланников только среди людей. То есть они едят пищу, ходят по рынкам, болеют, как все люди, забывают, как все люди, женятся, у них рождаются дети и остальное, что бывает у людей. Однако они избраны и почтены посланнической миссией. Мы говорим, это посланничество — богоизбранность. Также мудрость в том... Немного внимания. Что имам прочитал нам во втором ракаате? Я, хвала Аллаху, расскажу сейчас вам об этой суре.
Здесь неплохо бы уделить внимание. «Ля иляха илляллах». Имеется реплика относительно вопроса об избранности и название «посланник», то есть описание его как посланника. Те, которые празднуют Маулид, день рождения пророка, празднуют не по тому поводу. Субханаллах. Я думаю, что ни один нововведенец не сможет привести ничего из текстов в доказательство этого. Если мы сейчас спросим себя, что достойнее, рождение пророка или то, что пророк, скажем, узнал, что он посланник? Конечно же, то, что он узнал о своей посланнической миссии. В суре Ад-Духа, которую вы слушали, Аллах говорит, «Он нашел тебя заблудшим и повел прямым путем». Аллах не говорит, «Сначала тебя не было, потом ты родился». Из этого выходит, что у этих слов есть очень важный смысл. И необходимо, чтобы люди ясно понимали этот смысл. Когда люди совершают подобные вещи, ты видишь, что они погрязают в некоторых нововведениях и заблуждениях. Но таким образом, они ничего не улучшают. Они не делают ничего хорошего. Поэтому здесь Мухаммад – посланник Аллаха, и все. А его рождение? В этом он не отличается от остальных людей, мир ему и благословение Аллаха. Его мать носила в чреве 9 месяцев, потом он родился. А то, что говорят некоторые, что он вышел в положении суджуда, или что он осветил собою весь мир, когда родился, и так далее, на это мы скажем, приведите свои доказательства, достоверные хадисы. Тогда мы согласимся. А иначе, не всякие сказанные слова берутся в расчет. Ученые говорят, когда мы говорим, свидетельствуя, что Мухаммад – посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, то этим мы заявляем о том, что у нас нет иного образца, и мы не следуем ни за кем, кроме него, мир ему и благословение Аллаха. Пророк сказал, «Делайте намаз так, как я делал его на ваших глазах. Берите от меня ваши ритуалы. Быть может, я встречусь с вами в судный день». Аллах сделал его примером для всего человечества. Аллах говорит, «Посланники Аллаха был прекрасный пример для вас». Поэтому каждый мусульманин обязан знать смысл этих слов. Если мы вернемся к смыслу слов «нет божества, кроме Аллаха», то это значит «нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха». Абсолютно. Вот их смысл. А что касается смысла слов «Мухаммад – посланник Аллаха» и свидетельства, что это означает? Кто мне ответит? Повиновение в том, что он повелел. Вера в то, что он сообщил. Отказ совершения того, что он запретил. И поклонение Аллаху только так, как он узаконил. В этом смысл свидетельства «Мухаммад – посланник Аллаха». Сегодня есть такая беда. Некоторые мусульмане, когда кто-то умирает или случается что-то, говорят, «Скажи, Аллах един». Люди говорят «Ля иляха илляллах», не понимая его смысла. Что это за единобожие такое? Какое «Ля иляха илляллах», когда ты просишь помощи не у Аллаха? Откуда ты взял такой таухид? Это заблуждение и большая опасность. Поэтому каждому человеку обязательно знать смысл этих двух фраз. Необходимо знать их смысл. Мы должны глубоко изучить их смысл. Не хватает просто взять определение и сказать, «Хвала Аллаху, теперь это у меня есть». Нам нужно знать, на что они указывают. Поэтому пророк, мир ему и благословение Аллаха, когда выходил на джихад, и наступало время молитвы, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, останавливался, чтобы послушать, читает ли азан в этой деревне или нет. И если он слышал в ней азан, то говорил, «Это мусульманская страна», потому что в ней свидетельствовали, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха, и в ней также совершают самый большой из признаков ислама – это намаз. А если в ней не было всего этого, то он нападал на них и сражался с ними. Это указывает на то, что эти две фразы – величайшие доказательства. Этими двумя фразами мусульманин делает неприкосновенными свою кровь, имущество и честь.
Во-вторых, этими двумя фразами человек становится мусульманином. Это единогласно. Кто сказал, нет божества, кроме Аллаха, тот мусульманин. История, случившаяся с пророком, мир ему и благословение Аллаха, вернее, с Усамой ибн Зейдом, довольство Аллаха над ним. Усама ведь погнался за многобожником, после того, как сражение закончилось победой сподвижников, вместе с двумя другими сподвижниками. И когда многобожник понял, что они догонят его и схватят, он произнес: «Свидетельствуй, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха». И что же произошло? Два сподвижника отступили, а Усама набросился на него и убил его, да будет доволен им Аллах. Об этом сообщили посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Тогда пророк очень сильно разгневался. «Как ты мог убить его после того, как он сказал, нет Бога, кроме Аллаха? Ты убил его после этих слов?» Сподвижник ответил: «О, посланник Аллаха, он это сказал лишь, чтобы спасти свою жизнь от страха». Посланник спросил его: «Ты увидел, что у него в сердце?» «Мы судим лишь о том, что видим, а скрытое знает только Аллах». Потом пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Что ты будешь делать, когда слова «Ля иляха илляллах» придут судиться с тобой в судный день?» То есть зачем ты убил его после этих слов? Усама говорит: «Клянусь Аллахом, в тот момент я пожелал снова принять ислам из-за того сильного гнева посланника Аллаха на меня». Эти две фразы не просто слова. Также, мои братья, именно эти две фразы являются причиной входа раба в рай. В умме Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, никто не войдет в рай без этих двух свидетельств. Никогда. Они являются спасением сказавшего их от огня. Кто скажет «Ля иляха илляллах» от чистого сердца, войдет в рай. Воистину, Аллах запретил огню касаться того, кто сказал «Ля иляха илляллах». Эти тексты указывают на величие этих фраз. Поэтому мы видим, что имамы исламской уммы всегда в первую очередь начинают с этих слов. Шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, да помилует его Аллах, жил недавно. Но и он всегда начинал все свои труды с этих слов. Субханаллах. Во всех его трудах первые главы посвящены единобожию и его разделам. А потом идут главы о многобожии и о том, что нарушает единобожие. Его порядок в книгах просто замечателен. Когда он утверждает единобожие и досконально его разъясняет, например, достоинство единобожия и искуплением грехов, потом единство Всевышнего Аллаха в поклонении, потом упоминает слова «нет божества, кроме Аллаха» и разъясняет их значение, пишет целые главы из-за значимости этих слов. Эти два свидетельства – то, чему уделяется основное внимание в разделе «единство Аллаха в божественности». Можно увидеть, как некоторые люди говорят: «Вы придумали от себя разделение на единство Аллаха в божественности, в господстве и в именах и сифатах». И, мол, салифы не говорили подобные слова. Мы ответим: «Кто сказал это?» Первое, с чего начал имам Шафии, это единство Аллаха в божественности. И он также уделяет этому особое внимание, когда говорит: «Утверждение свидетельства, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха». Это и есть смысл единства Аллаха в божественности. А что касается единства Аллаха в господстве, в именах и сифатах, то они что? Входят в первое. У нас есть правило. Единство Аллаха в божественности включает в себя также и господство, и имена, и сифаты. Что касается единства Аллаха в господстве, то оно делает необходимым и его единство в божественности. Как будто оно говорит: каждый, кто поклоняется Аллаху, причист он и возвышен, и повинуется ему, верует в него, не предавая ему в сотоварищи никого, то нет сомнения в том, что в сердце такого человека что? Вера в то, что Аллах Господь, дающий удел, Создатель, и потому достоин поклонения и своих прекраснейших имен. Это мы считаем милостью Аллаха, что человек уделяет большое внимание теме единства Аллаха в божественности. Великая беда сегодня – слова «Вы разделяете людей из-за единобожия». И причина в том, что мы говорим о поклонении одному Аллаху. А что касается утверждения его господства, то в этом даже многобожники согласны с нами. Аллах говорит о них. И если ты спросишь их, кто создал небеса и землю, они непременно скажут «Аллах». И если спросишь их, кто создал их самих, они непременно скажут «Аллах».
Многобожники никогда не отрицали этого. И поэтому, когда говорят, зачем вы разделяете мусульман, ведь все они молятся в сторону одной Каабы, все они говорят, нет божества, кроме Аллаха, Мухаммад – посланник Аллаха, но среди них есть те, кто поклоняется могилам, приносит жертвы не Аллаху, молится не Аллаху, велик он и славен, взывает о спасении не к нему и так далее. Поэтому необходимо различать и разъяснять, что такое непричастность к многобожию и многобожникам. И как прекрасны слова Всевышнего Аллаха, рассказывающие об Ибрахиме. Прекрасным примером для вас были Ибрахим и те, кто был с ним. Они сказали своему народу, «Мы отрекаемся от вас и тех, кому вы поклоняетесь вместо Аллаха». Они отреклись от личностей и отреклись от их башков. «Мы отвергаем вас, и между нами и вами установились вражда и ненависть навеки, пока вы не уверуете в одного Аллаха». Если нет веры, то не может быть никакой связи между нами и этими неверными. Даже если это родной отец, близкий родственник или соотечественник, я не приму его. Среди тех, кто верует в Аллаха и в последний день, ты не найдешь людей, которые любили бы тех, кто враждует с Аллахом и его посланником, даже если это... Далее перечисляются так называемые социально-родственные связи между людьми. Из этого выходит, мои братья, что с этих двух фраз начинали все пророки, с этих двух свидетельств. «Мы отправили к мадьянитам их брата Шуайба. Он сказал, «О мой народ, поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас иного божества, кроме Него». «Мы отправили к самудянам их брата Салиха. Он сказал, «О мой народ, поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас иного божества, кроме Него». И пришло сейчас, «Мы отправили к каждой общине посланника. Поклоняйтесь Аллаху и избегайте тагута». Пророк, послав Муаза в Йемен, сказал ему, «Пусть первым, к чему ты призовешь их, будет...» Он не сказал, исправь их политическое, экономическое и социальное положение. Нет. Пусть первым, к чему ты призовешь их, будет нет божества, кроме Аллаха. И пресвят Аллах. Меня удивляет то, какое внимание пророк уделяет вопросу единобожия. Огромное внимание. И на нем по степеням важности строятся другие вопросы. Пророк оставался в Мекке 13 лет. И единственное, чем он занимался все это время, знакомил людей с «Ля Иляха Илляллах» Мухаммаду Расулюллах. Если бы единственной обязанностью людей было просто произнесение этих слов языком, то всякий кафир бы говорил это. Однако они ведь знают значение этих слов. Поэтому шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, да помилует его Аллах, сказал, «Многобожники наших дней хуже и более мерзкие, нежели прежние многобожники». Почему? Первые многобожники, когда садились на корабль, молили только одного Аллаха, очищая перед ним свою веру. А современные, когда приходит беда, кричат «Спаси! Спаси! О Хусейн!» или «О госпожа Зайнаб!» или «О Абдул-Кадир!» или любой другой, кого они считают святым. И это во время беды. То есть первые вспоминали в таких случаях Аллаха, а эти вспоминают своих святых, тех, кого они считают своими святыми. Ранние многобожники, что они говорили? Разве они не сказали, когда пророк мир ему и благословение Аллаха повелел им сказать «нет божества, кроме Аллаха»? Неужели он обратил богов в единственного Бога? Воистину, это нечто удивительное. То есть мы не слышали об этом в последней религии. Это всего лишь выдумка. То есть это ложь Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, и не было ранее такого. Потому что последняя религия, христианство, утверждает Троицу, Отца, Сына и Святого Духа. И как он может говорить «нет божества, кроме Аллаха»? Поэтому они отказались говорить это, потому что они знали, что эти слова означают. А сегодня есть мусульмане, которые не знают их значения. Ты спрашиваешь, согласен с «Ля Иляха Илляллах»? Он говорит «да, нет проблем». А что они означают? Не знает. На что они указывают? Не знает. Что они обязывают делать, тоже не знает. Это же огромная беда. Из этого выходит, что если человек не знает, что такое таухид, то он впадает в мерзость нововведений и в мерзость многобожия. Здесь есть интересный момент, мои братья. Мы узнали, что группы каламитов, которые сосредотачиваются на науке калам и ее утверждении в умме, делая ее основной,
концентрирует свое внимание на таухиде ар-рубубия, игнорируя улюхия. И на этом строится также их толкование слов «нет божества, кроме Аллаха». Они говорят, значение слов «нет божества» означает «нет первосоздателя» и «нет Творца, кроме Аллаха». Если это и есть правильный смысл слов «нет Бога, кроме Аллаха», то неверные курайшиты были бы первыми, кто уверовал в эти слова и повиновался Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха. Однако они знают, что это совершенно не так. И если они так сосредотачивают свое внимание на таухиде ар-рубубия, то что из этого вытекает, мои братья? Результатом этого является их слабость в таухиде аль-улюхия. И это есть. Во-вторых, они попадают в некоторые запрещенные шариатом вещи. Поэтому можно услышать, как некоторые из них говорят «ради положения Мухаммада», «ради пророка», потому что у них очень слабая таухид-ул-улюхия. Если бы они были сильны в таухид-ул-улюхия, то не говорили бы таких слов. Подобны этим также слова «клянусь пророком» или «клянусь своей жизнью» или «доверием». Если бы у них было сильно таухид-ул-улюхия, то они никогда бы не говорили подобных слов. Потому что эти фразы — слова, которые портят единобожие. Некоторые из них — нововведения, а некоторые из них — ширк, выводящий из ислама. Есть также такие расхожие среди людей слова, как «черт возьми», «черт побери» или «дьявол бы тебя побрал», обращаются к джиннам и шайтанам. Разве это разрешено? Мы не должны обращаться к ним или общаться с ними. Если люди знают смысл таухида, то язык не повернется произносить подобные слова, которые некоторые люди спокойно говорят. И что же нужно? Отдалиться от этого. Субханаллах, чем сильнее становится таухид в сердце человека, тем счастливее он становится в этой жизни и в следующей. Поэтому таухид, особенно аль-улюхия, это первая заповедь. Это первое, к чему призывали посланники, мир им и благословение Аллаха. Это то, что делает тебя мусульманином. И в-четвертых, это то, с чем покидают этот мир. Ведь самые лучшие слова, с которыми покидают этот мир, это «Ля Иляха Илляллах». Кто от чистого сердца скажет «Нет божества, кроме Аллаха», войдет в рай. Также мы знаем, что человек не может обойтись без этого таухида, имеется в виду аль-улюхия, ни на мгновение ока. Это говорит о том, что человек что? Что ему велено уделять единобожию особое внимание. Большинство видов поклонений не занимает у нас всю жизнь, а таухид занимает. Встаешь, идешь на работу, садишься, ездишь, выходишь из машины, молишься. Вот сейчас мы сделали ночной намаз, и теперь мы не обязаны ничего до рассвета. Однако за таухид мы не можем сказать, иншаллах, таухид будем соблюдать на следующей неделе. И все это время оставаться, не соблюдая таухид. Нельзя. И это указывает на то, что таухид – это ось всей нашей жизни. Таухид – это фундамент любого праведного дела и любого поклонения. Я скажу вам кое-что, мои братья. Это то, что любой призыв, целью которого является исправление уммы, если его фундаментом не будет таухид, то этот призыв будет бесполезным. Он будет не по пророческому пути. Субханаллах, ведь все пророки в первую очередь начинали с таухида. Они знали, что в их обществе имеются распутство, ростовщичество, обман, несправедливость, но они не обращали на все это такое внимание, как на вопросы единобожия. Потому что таухид – это основа всего. И ни один человек не перестает нуждаться в нем ни на секунду. Милостью Аллаха к человеку является то, что основное внимание ему всегда следует уделять вопросу таухида. И отсюда, мои братья, смотрите. Сейчас, как удивительно то, каким образом нам было велено соблюдать таухид. К примеру, весь день у нас идет напоминание о таухиде. После каждой молитвы мы говорим «Нет божества, кроме Аллаха, у которого нет сотоварища, ему принадлежит власть и вся хвала. Нет божества, кроме Аллаха, мы верны ему в религии, и даже если это ненавистно неверующим». Каждый день после каждого намаза мы говорим «Даже если это ненавистно неверующим». Знаете, что означают эти слова? У них очень великое значение. Неверные ненавидят таухид.
А мы говорим, мы на таухиде, а мы говорим, мы будем соблюдать таухид, нравится вам это или нет, даже если весь мир будет против. Мы говорим это, и необходимо, чтобы в наших сердцах тоже было это «Ля Илях Илляллах», чтобы оно влияло на нашу жизнь. Нам велено после каждого намаза произносить эти слова трижды, не считая первых фраз. В общем, получается 5 на каждую молитву. А после утренней и вечерней молитв даже по 10 раз. Это указывает на то, что человек никогда не перестает нуждаться в таухиде. Если бы люди жили с твердой убежденностью в единобожии, то, валлахи, они были бы самой сильной уммой на земле. Потому что таухид — это твоя связь с кем? С единственным Аллахом, у которого нет сотоварища. Аллах тебя создал, Аллах дает тебе пропитание, Аллах дал тебе жизнь, Он же тебя умертвит, Аллах помогает тебе, Аллах тебя исцеляет. Все происходит по Его воле, слава Ему и величие. Когда единобожие укореняется в сердце, то человек живет жизнью, которую можно назвать божественной. Сердца таких людей связаны с Аллахом, а их конечности повинуются шариату Всевышнего Аллаха, слава Ему. И тогда они станут самыми сильными людьми и самыми счастливыми. Когда Хубаб ибн Мунзир сказал: «О посланник Аллаха, как будто бы ты хочешь, чтобы мы пошли с тобой». «Валлахи, даже если ты пойдешь на Биркуль-Гимад, то мы пойдем вместе с тобой. И мы не скажем тебе, как сказали сыны Израилевы Моисею, иди ты вместе со своим Господом и сами сражайтесь. Но мы говорим, иди ты со своим Господом и сражайтесь, и мы тоже пойдем вместе с вами. И мы не боимся никого, кто бы это ни был». Это результат того, когда таухид утверждается в сердцах. В могиле будут заданы вопросы: «Кто твой Господь? Какова твоя религия? И кто твой пророк?» И все это таухид, мудрость исламских ученых, да помилует их Всевышний Аллах, когда они упоминали что-то из Корана, нам велено читать его в каждой молитве. Иногда спрашиваешь: «Сколько ты знаешь из Корана?» Кто-то отвечает: «Я ничего не знаю, ничего не учил». Просишь читать, он не может правильно прочитать то, что читается в каждом намазе. Каждая сура в книге Аллаха содержит в себе таухид. Нет суры, не упоминающей о единобожии. Коран включает в себя многие вещи. Это либо сообщение об именах Аллаха и Его качествах, либо сообщение о поклонении Ему и того, чего Он достоин, либо сообщение о Его действиях, слава Ему, либо сообщение об общинах, к которым были посланы пророки, призывающие к таухиду, либо сообщение об их наказании или помощи им. Субханаллах, какую суру ни назови, везде встречается таухид. Ты увидишь, что весь Коран сосредоточен на теме таухида. Даже знамения Аллаха во Вселенной, которые мы можем наблюдать, также указывают на таухид. Один поэт сказал: «В каждой вещи заключено знамение, которое указывает на что? На единственность Аллаха. Например, аят. А также в вас самих. Неужели вы не видите?» Если человек подумает о себе, он увидит единственность своего Господа, слава Ему. Когда Всевышний Аллах говорит нам: «Тот, кто создает вас слабыми, после слабости Он наделяет вас силой, а потом заменяет ее слабостью и сединой». Субханаллах, это удивительно. Сравни с собой. До того, как ты родился, кем ты был? Никем. Ты не отгонял мух со своего лица, не мог есть пищу и не делал ничего. Если говорить о защите, то Аллах сказал: «Скажи, кто способен защитить вас днем или ночью?» Никто, кроме Всевышнего Аллаха, слава Ему. Поэтому Ибрахим, мир ему, когда сказал: «Который кормит меня и поит», посмотрите на его привязанность к Аллаху, кормит меня и поит. Не только одного Ибрахима, Аллах всех нас кормит и поит. Мы проливаем обильные ливни, затем рассекаем землю трещинами и взращиваем на ней зерна, виноград и люцерну, маслины и финиковые пальмы, сады густые, фрукты и травы на пользу вам и вашей скотине. Даже вашу скотину мы не забыли. Достаточно крепко привязывает тебя к Аллаху. А потом посмотри на свое собственное сотворение. Из капли, потом из густка, потом из кусочка плоти. Потом у тебя появляются кости, потом они облекаются в мышцы. Потом ты становишься новым творением, субханаллах. Очень удивительно. Кто будет размышлять о сотворении человека, увидит, что вся власть принадлежит Аллаху, и нет у родителей никакой значимой роли.
Они просто вложили семя, и никто не знал, что с ним будет, кто будет его оберегать, кормить и поить. Также мудростью является, мои братья, то, что как только ребенок рождается, он начинает новую жизнь, и никто не сможет вернуть его обратно в утробу, потому что он умрет. И как же он 9 месяцев жил в животе? Откуда он доставал кислород, питание? Субханаллах, пресвят тот, кто сотворил и соразмерил. Это все заставляет тебя быть привязанным к таухиду наилучшим образом. Умма ведь должна быть привязана к одному Аллаху. Если люди будут крепко держаться за эти идеи из таухиду рубубия, они будут понимать и таухиду улюхия, что только Аллах достоин поклонения, и тогда вы не увидите превозносящихся, притесняющих, совершающих насилие, и также не увидите тех, кто бросил намаз, поклонение и так далее. Люди будут стремиться к Аллаху, желая той награды, которую Он обещал. Поэтому имам Шафии обращает внимание на эти 2 свидетельства, потому что они призывают к таухиду улюхия, куда также входит то, что называется таухиду рубубия. Давайте сейчас остановимся на этом, и пусть чтец продолжит чтение для новой темы. Иншааллах. Есть у кого-нибудь вопросы? Повторите. Делом сердца является признание и подтверждение. Что значит признание и подтверждение? Это значит, ничего, ни слова, ни действия не будут правильными, если не будут от чистого сердца, если они не искренни. Поэтому Аллах постоянно обращается к человеку. Неужели вы не помянете назидание? Ужели не задумаетесь? Да, это часть его. Это входит в поклонение сердца. Напоминание тебе о том, что говорят те вещи, которые ты видишь. Чтобы у тебя зашевелилось вот это вот. Чтобы человек был привязан к этому своим сердцем и разумом. Да, эти слова напоминают умирающему, однако с целью прибавить ему достоинства. Но мы не говорим, кто не скажет эти слова, то он не единобожник. Нет. И так можно. При смерти только напоминают. Если у кого-то умирает близкий, то он говорит, напоминая ему «Ля Иляха Илляллах». Повторяет эти слова время от времени. Человек либо скажет это лишь в своем сердце, либо произнесет и языком. Достаточно просто напоминать. Однако не надо заставлять «Скажи Ля Иляха Илляллах». Он же находится в очень тяжелом состоянии. Пророк сказал, «Поистине смерть сопровождается агонией. Это нелегко. Это нелегко, чтобы он тут же произнес их мигом. Но нужно просто напоминать». Может быть, Аллах облегчит ему произнесение этих слов. Да. Не расслышал. Это не условие. Это не условие. Однако это делается как побуждение к благому делу. В большинстве случаев тот, чей язык постоянно поминает Аллаха, продолжит поминать его и перед смертью, не прекращая. От этого получит пользу. Слушаю. Нет проблем. Это разрешено, если это произошло случайно. Если это не как поклонение. Например, тебе говорят, если ты свидетельствуешь о чем-то, скажи «Ашхаду алля илляха илляллах». Однако, если человека удивило что-то, или, например, он сидит, и его кольнуло что-то в животе, и он сказал «Ля илляха илляллах», ты же не скажешь ему «Это нововведение, не говори так». Потому что он не ритуальное поклонение совершает, а просто поминает Аллаха. Ему пришло это в голову, нет проблем в этом. Нет такого. Как если говорят тебе, проси благословения на пророка. Какой далиль на это? Зачем выпрашивать это? Или чуть что говорить, скажите «Ля Иляха Илляллах».
Однако в некоторых случаях может быть дискуссия или спор, и ты говоришь: «О, брат, скажи лучше «Ля Илляха Илляллах». То есть лучше помяни Аллаха, чем спорить со своим братом. Нет проблем. Однако мы не совершаем ритуального поклонения, кроме как в упомянутых случаях.